Не хочет разговаривать, не будем заставлять. О, бобер. Здорово. Здравствуй, друже ББР! Тише, не ори, реклама не ори, потише сделаю, прям на ухо орешь. Здравствуй, друже ББР! Здорово, здорово. Слушай, спасибо тебе большое, звездой меня сделал. Да? Простава... Поставил звездой тебя? Простава с меня. Не, звездой ты свою мамашку поставил, когда ее свинорусская обозвала. Простата с тебя? Простав. А, простата тоже, да, с меня. Да, да. Да, я понял. Как дела? Да, вообще, слушай, ну чехвости вот твоих этих копирок, которые тебя копируют. Говорю, Полтава мужик, да? Жалкие подражатели, я им говорю, да, вообще. Да. Говорю, придумал свое, вот, ну, хоть и на разных мы сторонах, но уважаю. Я говорю, что вы ходите, блядь, бобров моих отстреливаете, ёпта. Mm-hmm. Я их вытянул на белый свет, сука, да. Где вот впервые люди увидели бобра, сука, в синих наушниках, вообще, блядь. Слушай, а... Вы, они это... приходят, блядь, тоже с ними разобрать. Нахера, блин, вы лезете? Попёр слишком добро. Я может... его прикормил, блядь. Я ходил, блядь, тушенка этой, блядь, подкармливал. Нет, 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 только не тушенка, заебал. Специально. Да о, не нет. Только не тушенка, заебал. Ты не любишь, не-не-не, подожди. Блядь, не как тушенка, это? Нет. Со страусом, ваша любимая. Ты смотри, заебал, блядь. Ну только не тушенка, ну со нет, ты блядь. Бобры не едят в страусе, страусятина? Только не тушенка. Смотри, ты можешь отсюда, как страус, выбирать квасолю. Смотри. Ну поверни нормально. Вот, квасолю будешь? А что такое квасоля? Это я тебя хотел спросить. Ты ж русский. Как это ты не знаешь, что такое квасоля? А что ты сегодня такой радостный на позитивчике? Да тебя увидел. Жена дала. Я как вас вижу, понимаешь, у вас две проблемы. Либо нет зубов, либо слишком много зубов. У вас как-то неравномерно раздавали, я не знаю. Просто когда все стояли за зубами в очереди, мы стояли в очереди за мозгами. Тебе надо найти твою зубную половинку просто. Знаешь, вы так на улице будете идти, так... Оглянитесь и так с друдром, слушай, и такие подходите, блядь, а у тебя вот промежутки точно совпадают, где у него вот лишние зубы. И все, вы просто поменяетесь, и будет нормально. Логично. Согласен? Логично, да. Логично. Слушай, а что ты меня до этого, вот позавчера ты стримил, перелистнул? Да потому что вы ходите постоянно одни и те же, как на работу уже сюда, вы пацаны. Ну сколько мы... Нет, ты что, гонишь что ли? А что, сейчас мне... У меня такое ощущение, что я бревно какое-то, что приходите грызть меня сюда, вот, блин, с... Бобры. Бля. Слушай, а как вы... Вот, кто этот панда, бобер, этот... Бревно. Блядь, и все остальные. Что вы, блядь, я тебя бревном буду теперь называть. Слушай, вот, Карпов, да. А вот зачем ты, вот, украинский мужик тебе попался? Я понимаешь, я чувствую себя как Буратино, не, только, у меня нос не, только нос у меня не вот тут, а вот тут нос. И вот вы все ходите грызть этот, блядь, деревянный нос мой, блядь. Блядь, ты в натуре идиот. Сточился, блядь, этот... Карпов, ты я в натуре идиот. Я не знаю, же будет как у вас этот корнишон, блядь, они... Ты идиот, ты мне скажи, вот когда украинский человек тебе попался, да, и говорит, здорово, Карпов, зачем ты его нахуй послал и перелистнул? Вот он мне жаловался. Украинский человек? Да, да, да. Вот он мне жаловался. Фотографию его, я просто всех, кого нахуй посылаю, не записываю. Скину, ладно тебе, скину, ладно тебе. Ну, было такое или ты не помнишь? Да я не помню. Ну, могло быть такое, что... Вот скажи, какие на России могут быть украинские человеки? Нет, он в Украине живет. Так я все время на Россию выхожу. Так, а что, украинцы не попадают, что ли? Попадают же, правильно? У меня только Россия попадается. Нет, украинцы должны попадаться. По идее. Не, я выбираю только Россию. Понятно, вот я тоже выбираю только Украину, мне все попадают. Кто поставил все страны, попадаются они. Что-то тут лукавит. Что-то у тебя какой-то сайт, блин, галимый просто. Такой же, как и у тебя. У меня очень редко, ну вот, например, на 50 подключений может быть одно какое-то, ну там Казахстан какой-то включится. Ну, вот, чтобы Украина вообще никогда. Ну не, ну может один там раз или... Ну вот, наверное, вот именно в тот раз. В общем, все, пусть идут плакаться нахуй. Передашь ему как следующий раз. Мы не держим тут ныть. Так я такое чисто теоретически могло быть, что он назвал тебя Карпов и ты его нахуй послал? А что за Карпов? Вот я тоже удивился. Это ж, он же меня не русским назвал. Он же меня не братом назвал. Так это что, ты же русский? Так ты же русский. Русский, эй, из-под Иванова, не пизди нам, блядь, Васенька. Откуда, кстати, эта тема про Иванова? Мне же самому интересно. Кто-то выяснил, скоро и пруфы появятся, Вась. Да, скоро? Да, конечно. Короче, смотри, у меня просто целый список вот этого скоро. Вот у меня тут целая... Mm-hmm. Скоро мне пизда, да? Скоро мы тебя... Не-не, да-да, скоро ты побежишь и будешь перебываться в воздухе. Скоро мы дойдем до Киева за 2 дня.
Скоро вы замерзнете. Ну, это старое уже. Скоро замерзнете, скоро от голода умрете, скоро Украины уже не будет. Ну вот смотри, дойдем... уже у тебя проблемы с интернетом. Скоро дойдем до Лондона, этот Захарченко говорит. Ну вот смотри, уже у тебя проблемы с интернетом. Это уже звоночек такой. А что проблемы с интернетом? Ну как что проблемы? Сам вот сколько ты дней не мог в эфир выйти? Я вот пытался за тобой наблюдать. Это успех. Ты неправильно, это успех. Какой успех? Что ты не мог? Как выйти? Это российских хакеров успех, да? Да, это успех. Это значит, подожди, а где табличка? А где табличка? Я тебе объясняю. Мне когда-то рассказывал мой товарищ. А может, ты не Полтава? Где табличка? Мне рассказывал мой товарищ, когда вот говорит про фирму, говорит, если ты вот работаешь, занимаешься бизнесом, и потом тебе в один день пришли пожарники, налоговая инспекция, полиция, ну и все остальные, то это значит, ты добился уже в бизнесе серьезного положения. Понимаешь? Да. Потому что, а так, и вот, когда тебя уже начинают, не просто на улице, вот эти вот женщины постоянные, вот, которые там, ну, тебе бобру меня не понять, конечно, но, которые постоянно там ходят, женщины, уйдите, я женатый человек, вообще, шо вы ходите сюда, ну, хоть не сегодня, когда жены не будет, приходите, понимаешь? И, но, то есть, это одно, но когда тебя уже начинают задалбывать спецслужбы и пытаться дедосить моего провайдера для того, чтобы заблокировать мою трансляцию, то это прекрасно. Реально, да? Дедосят тебя? Не, ну я не думаю, что нет, потому что провайдера спрашивал, говорят, что у них там свои какие-то сложности ну, были. Ну, странно, но как только включаешь у меня был сразу тебя отрубало. У меня была такая мысль, что дедосят именно моего провайдера. Но нет, а вот если по-серьезному, то есть ты, есть Луганский, да, хорошие ребята, хорошие делать. А почему все эти шошеры вас копируют? Я вот это не понимаю. Подпонтовать надо было, подпонтовать. Кружок подтянул, и надо было задний порог ходите в жопку ебаться. Я же говорю, хотя бы, говорю, лицензии купите на отстрел. Даже твой сынок по-другому делает. Это же мой этот заповедник. Правильно, это дебил же твой сынок. Какой? Ну, это дебилоид, ламповая вата. Ботаник этот ебаный. Это же твой сынок. Он красавчик, не. Не-не, не твой сын? Не твой сын? Нет, абсолютно. А почему ты врешь? Что, вы думаете, что тут все родственники? Да, ты его высрал! Ты да думаешь, мы тут целый... Нет, ты не путай. Так рождаются только свинорусы. Не надо. То есть ты так родился? Тут не так. Не-не, вас это зачинают бутылкой сначала, и вот потом вы рождаетесь через 8 месяцев. У тебя есть доказательства или ты на своем примере знаешь? Да вот ты ходячее доказательство, посмотри. Только такого могли бы я только через жопу высрать. Серьезно? Ты до сих пор весь черный какой-то весь, блин. Я не знаю, какой-то темный весь. Может, у тебя подрывы? А где твоя табличка? Да вот моя табличка, все нормально. Повесь ее, я без нее, не мне стрёмно. Мне кажется, что это не ты. Как это не я? Ну вот так вот. То есть ты тогда сидел, я одену наушники, чтобы вы меня узнали, блядь. Такую чухню втираешь, взрослый мужик. Так что, серьезно, ты это ж ты не знаешь, это я сейчас уже как бы люди привыкли. А когда я раньше, чтобы меня узнавали на улице, я в наушниках и ходил по улице, чтобы... Что ты из своего народа делаешь дебилов? Ну, с наушниками, без наушников, узнают по-любому. Давайте я надену наушники, чтобы вас не шокировать, ты говоришь. Я тебе объясняю, есть Верка, Сердючка и Данилка. Фу, молчи, блядь. Два разных человека. Слушай. Не, подожди. Вот ты увидишь Данилка без звезды вот этой, фу, блядь, ты не узнаешь его. Это трансвестит ебаный. Так какой-то трансвестит зарабатывает больше, чем ты натурально. Большое вам спасибо, что вы его забрали. Теперь он каждый год не выступает у нас на этих ебаных огоньках. И что, у вас теперь скучно там вообще? Так лучше пусть будет скучно, чем... У вас теперь Усик выступает. Усик будет выступать на огоньках. Усик красавчик, Усику респект. Я таки... Он же признал, что Крым крымчатский, правильно? Не сказал, что это украинский. Он не признал, что русский, давай дадим должное. Да все идет к тому уже, что сейчас все уже признают. Ну, ты будешь обтекать, салоед ебаный. Когда побежишь... Чего это обтекать? Мы тебя здесь будем ждать под Иваново, дебил. Так а кто признает, скажи? Вы же там кричали мне, кукарекали 2 недели назад, что 16 числа встретится Трамп с Путиным и признает Крым российским. А перед этим ты, когда он еще был в Америке... Так подожди, ты прокомментируй. Я тебе комментирую. Признал? Да. Шо, да. Он сказал, в Крыму говорят на русский, значит, это русский, все. А, вот так у вас? Да, конечно. На Брайтон-Бич говорят по-русски. Это тоже Россия. Все, я такие думаю. Ты не понимаешь? И тебя вылечат бобер. В смысле? Все, давай. Шо, не курят?